Десятка крепких мужчин, многие в военной форме, бронежилет, каска, входят в здание, где находится офис главы оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Внутрь не пускают ни журналистов, ни народных депутатов партии. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди «СБУ». Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе. Формальной причиной названы следственные действия в отношении организации, которая обеспечивает охрану офиса. Однако депутаты считают, цели у службы безопасности политические. Все это очень похоже на месть со стороны службы безопасности Украины. За несколько дней до этих событий коллективное обращение депутатов оппозиционной платформы «За жизнь» было направлено в ГБР. В этом заявлении шла речь о том, что служба безопасности Украины незаконно проводит слежку и осуществляет оперативно-технические мероприятия в отношении оппозиционных политиков. Другая версия – приход людей с автоматами в офис оппозиционной платформы «За жизнь» связан с предстоящим нормандским саммитом во Франции, на котором будет обсуждаться украинский вопрос, а также выполнение минских договоренностей. Мы считаем, что такие действия прямо перед саммитом во Франции являются давлением на нашу политическую силу. Переговоры в нормандском формате должны состояться уже 9 декабря, в следующий понедельник, где встретятся Владимир Путин и Владимир Зеленский. В преддверии переговоров украинские политики один за другим дают советы Зеленскому, как себя вести и как разговаривать с российским президентом. Накануне лидеры трех партий Верховной Рады Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук составили целый список красных линий, за которые, по их мнению, не должен выходить украинский президент. Все вместе вышли к трибуне Верховной Рады. Порошенко, видимо, на правах бывшего президента, показывал пальцем, где кому стоять. Заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций, красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине. Среди требований – недопущение выборов на территориях ЛНР и ДНР, недопущение смены европейского и евроатлантического курса. В противном случае депутаты грозят Зеленскому новым Майданом. Сам украинский президент перед нормандской встречей выглядит взволнованным. Отвечает даже на звонки с неизвестных телефонов. Сегодня неожиданно для себя услышал в трубке Ольгу Скобееву. Вас беспокоит Ольга Скобеева. Простите, ради бога, что я вас отвлекаю. Мы страшно. На громкой связи. Все они, я всегда прерываю какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что-то у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось, не произошло, не с вашими близкими, родными, я тогда, извините, продолжу. На секунду буквально, не можем прорваться через вашу пресс-службу, уделите нам внимание, мы бы хотели с вами поговорить. Сегодня Зеленский встречался с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвином. В преддверии переговоров с российским президентом снова говорили о санкциях в отношении Москвы. Бесспорно, что Украину и украинский президент, господин Зеленский, они готовы делать что-то конкретное. И сейчас настало время для России понести ответственность. Изменится ли риторика украинской стороны на переговорах, станет ясно совсем скоро. До встречи в нормандском формате. 5 дней.